Всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба, привет! Сегодня мы будем строить фирш Легенда 3х8 под стекло на вот таком вот замечательном основании, которое нам подготовили. Приехали, разложились, начинаем собирать. Каркас мы поставили, закрепили, выровняли, снизу приделали отлив. Произведена сейчас подготовка для покрытия стен стеклом. Сейчас натаскаем стекло и будем крыть. Каркас мы поставили, закрыли его стеклом. Крышу, стены. Сейчас будем готовить торцы, подготавливать форточные блоки. Работы еще много. Световой день подходит к концу. Приедем сюда еще завтра доделывать. Прозрачно. На сегодня работы у нас завершились. Часть работ переносится на следующий день. Вот сейчас уже сумерки. Начинаются у нас подготовлены торцы к покрытию. У нас подготовлены проемы форточных блоков, установки самих блоков. Работы еще хватает, но осталось уже чуть меньше половины. Так что всем пока, до следующего дня. А у нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы теплицу Легенда 3х8. Стеклянную. Пойдем смотреть. Торцам у нас алюминиевые двери. Тоже стеклянные. Каркас из профильной трубы 40x40. Покраска полимеропорошковым способом. Есть диагональные усилители. Есть форточные блоки, две штуки на термоприводах. Есть система подвязки, две нитки. Короче, все есть, что просили. Стоит все на деревянном основании. Все выровнено, наполнено, закреплено. Все надежно. Вот такая светлая, просторная теплица у нас получилась. Оп! А двери на замке. Стекло крепится с помощью профиля системы база крышка. Снизу у нас сделан отлив. Торцы по периметру отделаны декоративными уголками, которые также прижимают стекло к каркасу. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!